Мир вам! Рабочий метод, тема урока, ой, ролика, урока. Простая. Простая, два вопроса. Почему Сергей Габченко и почему промикс? Это касаемо малярки. Почему Сергей Габченко? В общем, работая в структуре, или сказать так правильно сказать, маляром, работаем там условно, там возьмем с 2010 года, за 10 лет все равно какой-никакой навык есть, то есть как холст клеить, какое-то представление есть, но когда столкнулись с нынешними технологиями, чуть позже, чем многие, столкнулись с тем, что многие процессы не были понятны. И те, кто стартовал раньше, допустим, с Виктором Нищеретом, там Юрий Хлебников, также вот про семинар Брест Юрий, как бы кто с ними вместе развивались, общались, у них образовался такой узкий кружочек, и можно сказать, как нам кажется, информацию приходилось выуживать прям. Такие прям четкие вопросы приходилось составлять, задавать, и все равно полноценного ответа не было. Мы пришли к тому, что... Можно перебить, мы были размазаны. Мы пришли к тому, что легче всего заплатить за информацию, получить ее, переварить ее, через руки пропустить. И так у нас, можно сказать, загорелась идея взять курс у Габченко. Потому что на сегодняшний день полноценную систему по проведению малярных работ ни у кого нету. Каждый мастер лепит по-своему. Также вторая особенность, которая потом выяснилась, это техническая поддержка школы маляров. То есть ты описываешь все свои действия, которые ты выполнил, и можешь получить развернутый ответ на то, где ты условно не доглядел, ошибся, и как это исправить. Для примера, допустим, мы состоим в группе там малярные ответы от Вагнер, у Кувшинова Ивана состоим в группе, Фарбик и так далее, этих групп просто несчетное количество. И задавая вопрос на аудиторию в 1500 человек, человек хочет найти свое решение. Но у каждого мастера, давайте возьмем у каждого десятого мастера, а это на секунду будет 150 человек, решение свое. И оно может кардинально, ну условно ты задал вопрос, два человека отписались, и они между собой понемножку начинают спорить, почему тут это ты написал, почему тут это. То есть в большинстве случаев человек остается один на один с проблемой своей. Нет четкого ответа. Четкого это ответа самое нет. Худшее, что ты запорол, тебе нужно за свои деньги купить еще материала, допустим, краски, но у тебя уже нету. То есть ты как-то думал, как-то ты соображал, как-то ты пришел к какому-то результату, у тебя результат неудовлетворительный, и тебе нужно за свои деньги добиться результата. Ты обращаешься в чат условный и получаешь 150 ответов. Из этих 150 ответов, наверное, процентов 10 это твои случаи, которые помогут тебе решить. Но, опять же, так как круг этот узкий, то мастера не очень охотно делятся. Подтвердить может, вот недавно Румиль, парень из Казани, задавал вопрос, как заделать стык с трещиной. Привет тебе. И в течение двух суток он ответа, можно сказать, не получил, после чего я с ним связался и постарался помочь. То есть свои наработки немного. Да, то есть поделился своими как бы наработками. Ну вот в комментариях я напишу, что человек добился результата, либо какие осложнения, что-то он передумал, то, что я ему как бы базу посоветовал, может, он к ней что-то добавил, доработал. Но это все уже потом по-своему. Но что хочу сказать, что человек, обративший в чат, ответа не получил. Ничьей вины нету, но
в отличие от техподдержки школы маляров, в которой ты в течение, может быть, максимум 4-5 часов получаешь полноценный ответ с этапами работ, которые ты должен провести, на что обращать внимание и так далее, и так далее. То есть в этом плане именно это стоит того. То есть это четкая, понятная последовательность, да. Как я скажу. То есть четкий ответ, четкое понимание того, что надо делать, и результат, да. У нас были вопросы, были ошибки. А я это почувствовал еще, когда мы начали вести свой канал, делать малярку еще, только начинали в ней какие-то шаги или еще что-то, и вот начали поступать комментарии, и кто только что-то не писал, они вроде помочь хочет, но тот что только не пишет, и этим надо делать, и плиточным клеем, оказывается, надо делать, и ты, да что вы делаете, да кто такие, идите клейте свои обои, как клеили, тебя там начинают унижать и прочее, то есть никто вообще не дал четкой последовательности, понятности, где мы вообще начали блудить, пока не столкнулись, да. То есть получили очень много теоретических знаний, что такое краска, как она работает, что такое шпаклевка, грунтовка и все, вот все, что касается темы. Это отзыв. И сейчас, общаясь со своими, как правильно, коллегами, ты, можно сказать, не то что с ними на одном уровне, или они выше, или ты выше, не в этом плане. В теме. По крайней мере, все, что они говорят, ты понимаешь, к чему примерно такой результат может прийти, ну, какой результат будет на финише. И если тебя не устраивает, ты можешь что-то доработать, что-то взять для себя, все же можешь вообще, то есть... Не отходить от тех знаний, которые ты получил в школе маляров. То есть у тебя уже как бы база есть хорошая, знания. Так, и второй вопрос тут коротенько. Почему промикс, это материал, с которым мы работаем сейчас последнее вот время. Сразу хочу повторить, что мы пока не занимаемся рекламой. Говорю пока, потому что если нам предложат хороший материал отрекламировать, то мы это сделаем. Шучу. Почему? Мы попробовали, и все у нас есть на канале, работать с разными материалами. И все это пропустили через руки. То есть мы работали с чем? Мы работали Danogips Pro Spray, Danogips зеленая крышка, доработали Knauf Rotbond Pasta Profi, работали С семином, со всеми позициями. Синяя крышка, серая крышка. Все, их перепробовали. Работали, значит, теракой, оранжевый, синь, зеленый. В целом работать можно, но вся проблема в том, когда у нас, получается, был маленький пристенок, нужно было его зашпаклевать. Мы взяли зеленую крышку терака, и через 2 дня ее просто невозможно было шлифовать. То есть она глинцуется и все. То есть были моменты такие, когда нам не было ни с кем связаться. Мы пытались вроде связаться с производителем, но там, видимо, такие большие уже эти машины, с которых их уже не повернуть, чтобы задать вопрос и понять вообще, о чем. Про миксом же у нас есть прямая связь. В Казани ребята знают, куда спросить, кому обратиться. И мы можем свои моменты, все, которые мы почувствовали, высказать. Да, то есть раньше, если у нас 3 в одном летело через 521 сопло, через 2 месяца оно перестало лететь, мы задали вопрос, сказали просто в рамках, как это правильно сказать? Получили ответ, в общем, чушь. И момент, как в рамках допусков, то есть от сель до сель, раньше условно было в меньшей части допуск, ну, гранулометрия, шпаклевки, а сейчас поставщик, что-то у него поменялось, и получается частицы стали больше. Из-за этого уже через мелкие дырки она не летит. Самое интересное, что нам наоборот
Промикс, то есть производитель, наоборот, просит от нас отзывов. И от всех мастеров, вот, кто будет работать, то есть они с удовольствием ждут своих отзывов о том или ином материале, то есть как работает, что не понравилось, что наоборот. То есть их цель — добиться хорошего материала для любого пользователя. То есть, я так понимаю, компания пока еще начинающаяся, и вот это как бы наоборот играет. Она не просто, она развивающая. Развивающая, есть, они... да, неправильно сказал. И наоборот, это нам вот сейчас, нам это очень как бы подходит, потому что мы вот прямо постоянно на прямой связи, то есть с Кнауфом вряд ли такое получится. Я не хочу как бы осуждать, потому что я понимаю, что насколько мы просто слишком мелкие. Да, насколько большой этот концерн, как это все работает. Хотя сухие смеси, то есть гипс, это Кнауф у нас. Это... То есть как Унифлот, там Ротбун, Финиш, да, Фюген. Да, да, да. Мы очень любим. База, это все Кнауф. То есть сразу хочу остановиться. То есть и такие хорошие вещи, которые мы привыкли и по возможности не хотим отказываться от них. По возможности, если я говорю, потому что если куда-то денется это все. Так. Ну и что еще хочу сказать про миксу. Многие ребята очень часто пишут комментарии, то, что у них нету его, допустим, в городе, у них нету там это самое. Пишите, мы свяжем, мы узнавали, спрашивали. То есть в промиксе, что вот если нет в каком-то городе, все пришлют, если вам интересно, все вам пришлют. То есть можем связать напрямую с отделом, как это называется? С отделом продаж. С отделом продаж, то есть и вам все пришлют, только получить надо будет. Что еще хотелось добавить? Тебе хотелось что-то добавить? Ну, вроде выжился. Ладно, будем прощаться. Этот ролик, как бы, я еще раз говорю, просто ознакомительный, то есть просто поделиться охота. Просто чтобы люди не думали, что мы как-то начинаем уходить в какую-то рекламу. Мы сами этого не любим. От многих ребят, которых мы хорошо, может быть, знали, смотрели, они начинают прям чувствуются слишком куда-то углубляться, и это чувствуется. Нам бы не хотелось в это превратиться. Мы, да, мы ничего не продаем. Мы это показываем, стараемся, как этим работать. И поэтому мы вот сейчас вот эти все акценты расставили по чину. Все? Скоро выйдет. Всем привет. Ждем вопросов, и на все мы их ответим по возможности. А если у нас не будет возможности, то свяжем нас с теми людьми, которые ответят на них. С компетентами. Привет.